Давай, беги, пока еще есть время. Стража еще удерживает дорогу, но это только вопрос времени, когда их сомнут. Кровь богов! Ты что, не знаешь? Прошлой ночью Дейдра захватили Квач. Они открыли сверкающие порталы у городских стен, врата в сам Обливион. Затем появилась огромная тварь из кошмарных снов. Она перешагнула прямо через стены, изрыгая огонь. Они роились вокруг нее, убивая. Иди и посмотри своими глазами. От Квача остались только дымящиеся развалины. Мы единственные, кто уцелел. Ты понимаешь меня? Все остальные мертвы. Это Савлиан Матиус и еще несколько стражников помогли некоторым выбраться. Они пробились наружу через городские ворота. Савлиан говорит, что они могут удержать дорогу. Нет, я не верю ему. Их ничто не остановит. Тот, кто видел это, поймет. Я ухожу отсюда, пока еще не слишком поздно. Они будут здесь с минуты на минуту, уверяю тебя. Беги, пока еще можешь. Как могли 9 божеств допустить такое? Или они разгневались на нас? Я не знаю, что мы такого сделали, чтобы заслужить это. Квачу конец. Ничего не осталось. Конец надеждам. Императорский род прервался. Договор нарушен. Враг победил. Лорд Дагон — враг. Он — принц разрушения. А Дейдра — его слуги. Часовня разрушена. И верующие, мои друзья, все мертвы. Враг победил. А мы уничтожены. Род императоров прервался, и боги позабыли о нас. Где наше благословение? Где наша защита? Где наши боги? Враг торжествует, а мы погибаем в одиночестве. Если ты имеешь в виду священника, то я не думаю, что ему удалось выбраться из города. Мало кому удалось. Савлиан Матиус, возможно, что-то знает. Он командует городской стражей, которая обороняет этот лагерь. Ты найдешь его у баррикады, в конце дороги. Он все еще пытается давать отпор врагу силами оставшихся стражников. С каждым днем становится все хуже. Священники убиты на алтаре часовни. Что дальше? Он не похож на обычных самопровозглашенных святых. Возможно, он говорит правду, и нападение на часовню Дибеллы — это только начало атаки на самую церковь. Хватит молчать.
Держись подальше! Тебе здесь не место! Немедленно возвращайся в лагерь! Мы потеряли весь этот проклятый город! Вот что произошло! Их было слишком много, и все произошло слишком быстро. Силы были неравны. Мы даже не смогли вытащить всех оттуда. Там еще остались люди. Некоторым удалось добраться до часовни, остальные просто разбежались по улицам. Граф и его люди укрылись в замке. А теперь мы даже не можем вернуться в город, чтобы помочь им. Эти чертовы врата Обливиона преграждают путь. Единственное, что нам остается, мы попытаемся удерживать наши позиции, вот и все. Если мы не сможем удержать баррикаду, эти твари пойдут вниз и сомнут лагерь. Я должен попытаться защитить тех немногих гражданских, что еще остались в живых. Это все, что я сейчас могу сделать. Это что-то вроде порталов в Обливион. Враг применил их для нападения на наш город. Они появились у городских стен, и из них высыпали Дейдра. Одни из них открыты прямо перед городскими воротами. Пока они не закроются, самое большее, что я могу, это пытаться удерживать баррикады. Мой дом, мой проклятый дом был весь в огне. Меня убивает, что я не могу вернуться туда, чтобы что-нибудь изменить. Мы были совсем не готовы к такому повороту событий. Казалось, что они появились из ниоткуда. Их было так много. Если бы только у меня была возможность нанести врагу ответный удар. Но мы не можем оставить нашу баррикаду, пока врата Обливиона открыты. Ты имеешь в виду священника? Последний раз я видел его, когда он вел группу людей к часовне Акатоша. Если ему повезло, он теперь заперт там вместе с остальными. По крайней мере, там пока безопасно. Если же нет... Ты хочешь помочь? Ты шутишь, да? Но если ты серьезно, возможно, я найду тебе применение. Но ты, скорее всего, погибнешь. Ты действительно хочешь помочь? Я не знаю, как закрыть эти врата. Но это должно быть возможно, потому что враг потом закрыл те врата, что они открыли при первой атаке. Ты можешь видеть отметины на земле, где они были. Великие врата были посередине. Я послал своих людей в эти врата, чтобы они попытались найти способ закрыть их. Они не вернулись. Если ты сможешь пройти туда, выясни, что с ними сталось. Если они живы, помоги им закончить работу. Если нет... Попробуй сделать хоть что-нибудь. Я могу только пожелать тебе удачи. Мы будем ждать тебя, если тебе удастся вернуться. Удачи! В отваге тебе нет карты. Даже карты дерутся лучше, чем ты. Сейчас ты упадешь. Умри! Слава девяти! Я уже не надеялся увидеть лицо друга. Остальные захвачены. Их увели в башню. Капитан Матиус послал нас сюда, чтобы мы попытались закрыть эти врата. Мы попали в засаду,
и оказались в ловушке. Почти всех нас перебили. Мне удалось ускользнуть, но остальные застряли за этим мостом. Враги схватили Мэньена и отправили его в Большую башню. Тебе нужно спасти его, а я сматываюсь отсюда. Капитан все еще удерживает баррикаду? Я думал, я единственный, кто остался в живых. Хорошо. Я попытаюсь выбраться отсюда и рассказать капитану, что здесь происходит. Thank you.
клетке. Тебе не стоило появляться здесь, смертное существо. Ты поплатишься за это своей кровью, а твоя плоть станет моей. Быстрее, быстрее, время не ждет. Тебе нужно подняться на самый верх этой большой башни. Это Сигильская крепость, так ее называют. Это она поддерживает врата Обливиона открытыми. Найди Сигильский камень, удали его, и врата закроются. Торопись! Ключ у хранителя! Нужно добыть этот ключ!
Врата закрыты. Я знал, что ты сможешь это сделать. Это наш шанс начать контратаку. Пойдем с нами. У тебя значительно больше боевого опыта, чем у этих парней. Так мы выступаем вместе. Я могу подождать, но недолго. Мы должны действовать быстро, пока враг не успел забаррикадировать городские ворота. Заквач! Мы уничтожили этих ублюдков. Теперь можно спокойно выводить людей из часовни. Войдем внутрь. Нужно убедиться, что с ними все в порядке. Это только начало битвы за Квач. Мы обсудим наши дальнейшие действия после того, как гражданские будут в безопасности. Докладывай, солдат. Сэр, мы единственные, кто остались. Берри Хэйниан, я и гражданский. Это все. Больше никого не осталось. Мне рассказали о том, как вы со стражниками расправлялись с Дейдра. Отличная работа. Император мертв. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Да, я священник. Тебе нужен священник? Я не думаю, что смогу сейчас чем-то особенно помочь тебе. У меня сейчас некоторые проблемы с пониманием божественного промысла. Если все это часть божественного плана, то я определенно не хочу иметь к этому никакого отношения. Какой план? О чем ты говоришь? Я молился о Катошу всю эту ужасную ночь, но помощи так и не дождался. А Дейдра становилось все больше. Что ты можешь знать такого, что заставит меня поверить, что во всем этом есть смысл? Императора Уриэля Септима? Ты думаешь, что император мой отец? Нет, ты, должно быть, принимаешь меня за кого-то другого. Я священник Акатоша. Мой отец был фермером. Император? Тебе довелось говорить с ним перед его смертью, и он велел тебе найти меня? Я не знаю. Это все странно. Возможно, ты действительно говоришь правду. Но что это все значит? Что тебе нужно от меня? Говорят, тебе удалось уничтожить врата Обливиона. Ты приносишь людям надежду. Благодаря тебе удалось потеснить Дейдра. Да, я пойду с тобой в приорат Вейнан.
узнаю, что хочет сказать мне Джоффри. Веди! Теперь часовня очищена от Дейдра, и этих людей нужно отвезти в безопасное место. Немедленно проводи их к лагерю. Он к югу отсюда. Но, сэр, я хочу участвовать в сражении. Не волнуйся, солдат. Как только люди будут в безопасности, немедленно возвращайся сюда. Нам понадобится каждый меч. Предстоит еще много сражаться. Сэр, есть, сэр. Гражданские, люди, теперь можно выходить отсюда. Пойдемте. Мы сделали это. Поверить не могу. Я ведь не думал, что это сработает. Возможно, у нас действительно есть шанс одержать победу. О, да. Еще не конец. Даже не близко. Это был только первый шаг. Если мы хотим вернуть себе этот город, нам нужно пробиться внутрь замка. Ты все это время с нами. Пойдешь ли ты с нами дальше? Если мы все же хотим победить, твоя помощь нам очень пригодится. Должен предупредить. То, что мы видели, не идет ни в какое сравнение с битвами, что, возможно, ждут нас. Воспользуйся этой передышкой, чтобы прийти в себя и все обдумать. Потом дай мне знать, и мы будем двигаться дальше. Как ты? Нам нужна твоя помощь, чтобы пробиться в замок. Поспеши. Скоро мы должны выступать. Я знал, что ты пойдешь. Наша цель — ворота замка. Через эту дверь мы должны выйти на площадь перед главными замковыми воротами. Тебе не нужно объяснять основы. Держись поближе и будь настороже. Вперед! Черт, вот досада. Эти ворота закрыты. А открыть их можно только изнутри, из караульного помещения. Мы не можем открыть ворота с этой стороны. Единственный механизм, поднимающий их, находится внутри караульного помещения. А единственный способ попасть в караульное помещение — пройти через туннель в северном здании стражи. Но вход в него всегда держали запертым. Поспеши, найди Береха Иниана. Он должен быть в часовне, и у него должен быть ключ от здания стражи. Когда ключ будет у тебя, войди в здание стражи, найди туннель и открой эти ворота. Тогда мы сможем войти в замок. Мы патрулировали окрестности и увидели дым на золотой дороге. Чем мы можем помочь? Мы будем идти за тобой.
Я жду, когда капитан Матиус отдаст приказ. Наконец-то у нас появился шанс нанести ответный удар. Да, он у меня. А что? Точно. Им удалось закрыть ворота замка как раз перед тем, как нам пришлось отступить сюда. Боюсь, тебя ждут нелегкие времена, друг. Город в руинах, и будет непросто добраться до здания стражи в одиночку. Я лучше пойду с тобой. Нам придется пройти через крипту часовни, затем через то, что осталось от города. Если мне будет суждено погибнуть, возьми этот ключ и продолжай путь без меня. Доберись до башни на северной стене города. Пришли. Ход находится здесь. Я открою для тебя люк. Желаю удачи.
Здесь все чисто. Мы должны пробиться внутрь и найти графа, пока еще не поздно. Вперед! Хорошо, мы пробились сюда. Мы останемся здесь и будем держать оборону. А ты иди в дальнюю часть замка и найди графа. Не возвращайся без него! Покажи мне, что ты можешь. Где граф? Почему он не с тобой? Мы опоздали? Если бы только мы могли прибыть сюда раньше. Воистину, это черный день для всех нас, кто остался в живых. Но все равно спасибо. С твоей стороны было благородно помочь нам. Кольцо графа тебе случайно не попадалось? Хотя бы оно сохранилось. Спасибо тебе. Я распоряжусь, чтобы оно находилось под охраной до того времени, когда у нас появится новый граф. Вот, возьми. Мне он все равно больше не нужен. Я устал от сражений.
А тебе он может очень даже пригодиться. Береги себя. Что я могу предложить тебе сегодня? Тем, кто ищет работу, стоит подумать о гильдии бойцов. Говорят, они всегда рады новобранцам. Взгляни на мои товары. Наверняка. Это боль. Превосход. Я уважаю твой бизнес. До свидания. И заходи. Помогите! Помогите! Они убивают всех в приорате Вейнон. Я не знаю. Мне кажется, они за моей спиной. Приор Мабарель мертв. Я был в овчарне, когда они напали на нас. Я слышал, как приор говорит с кем-то. Я выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, кто это был. Они выглядели как путешественники. Ничего необычного. Неожиданно в их руках появилось оружие, и они зарубили приора до того, как он успел пошевелиться. Они заметили, что я наблюдаю, и я побежал. Я не знаю. В часовне молятся, я думаю. Помоги нам. Мне не помешала помощь. Только избранные пережили очищение. Нет! Кто они?
Ты как раз вот. Осторожно, их может быть много. Пусть тебе. С возвращением. Слава Талосу. Они напали на нас без предупреждения. Я молился в часовне, когда услышал крик приора Мабареля. Я еле успел вооружиться. Амулет королей. Боюсь, именно он был целью этого нападения. Я хранил его в секретной комнате в жилых помещениях приората. Нужно проверить, в сохранности ли он. Мы пойдем вместе. Но я опасаюсь, что случилось худшее. Они забрали его. Амулет королей пропал. Враг каждый раз на ход опережает нас. Значит, удача еще не совсем отвернулась от нас. Слава Талосу! Мы обрели наследника Уреля и потеряли амулет королей. Мартину нельзя оставаться здесь. Мы отразили нападение, но не вернутся, как только узнают, что Мартин выжил. А они узнают. Нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, учитывая, какие силы нам противостоят. Но мы должны попытаться выиграть время. Хотя бы... Храм Повелителя Облаков, я думаю. Тайная крепость Клинков в горах неподалеку от Брумы. Несколько человек способны оборонять ее от целой армии. Мы должны отправляться туда немедленно. Теперь, когда амулет захвачен врагом, мы должны доставить Мартина в безопасное место, в храм Повелителя Облаков. Храм Повелителя Облаков был построен очень давно основателями Клинков. Это было еще во времена правления Ремона Сиродила. Он высоко в горах, близ Брумы. Наша древняя крепость, святилище, последнее прибежище. Мартин будет там в большей безопасности, чем где-либо еще. Ты можешь взять в конюшне лошадь приора Мабареля. Она ему все равно не понадобится. Мы должны отправляться в путь. Я не успокоюсь, пока Мартин не окажется в безопасности в храме Повелителя Облаков. Грандмастер, это... Да, Сайрус. Это сын императора Мартин Септим. Милорд,
Добро пожаловать в храм Повелителя Облаков. Мы уже много лет не имели чести принимать у себя императора. Спасибо вам. Наоборот, это честь для меня. Иди же. Твои клинки желают приветствовать тебя. Клинки, настали тяжелые времена. Император и его сыновья, находившиеся под нашей охраной, убиты. Империя погрузилась в хаос. Но надежда еще остается. С нами Мартин Септим, сын Уриэля Септима. Слава дракона рожденному! Слава Мартину Септиму! Слава! Твое высочество, клинки в твоем распоряжении. Ты будешь здесь в полной безопасности, пока не взойдешь на трон. Джоффри, все вы. Я знаю, вы ожидаете, что я стану императором. Я сделаю все, что в моих силах, но это все так ново и непривычно для меня. Я не привык произносить речи, но я хочу, чтобы вы знали. Я ценю ваше радушие. Надеюсь, я смогу доказать, что достоин вашей верности. Это все. Спасибо вам. Что ж, спасибо и тебе, Мартин. Нам всем лучше вернуться к своим обязанностям. Приветствую! Да, не особо удачная речь получилась, да? Впрочем, похоже, это их мало волновало. Клинки отдают мне честь и приветствуют как Мартина Септима. Мне не хотелось бы показаться неблагодарным. Я знаю, что если бы не ты, я был бы уже мертв. Спасибо тебе. Но все ожидают от меня немедленных и правильных решений. Как быть? Как мне держаться? Они хотят, чтобы император сказал им, что делать. А я не имею ни малейшего представления. Конечно, амулет королей. Чтобы мы, я, принес его в храм Единого и зажег драконьи огни. И остановил вторжение Обливиона. Императором. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Как бы то ни было, сначала нам нужен амулет. Возможно, Джоффри знает, с чего начать. Все практикующие дейдрическую магию знакомы с почти что непроницаемым барьером между нашим миром и Обливионом. То, что сказал тебе император, подразумевает, что этот амулет является ключом к сохранности этого барьера. То, что я видел в Квадче. Все мои знания в области дейдрической магии говорят, что такие стабильные порталы невозможны. И в то же время те врата Обливиона существовали. Старые законы больше не применимы. Квадч. Это только начало того, что задумал Мерунос Дагон. Если амулет действительно является ключом к восстановлению барьеров между нашим миром и Обливионом, нельзя терять времени. Амулет нужно найти. Что-то изменилось, раз появление этих стабильных порталов в Обливион стало возможным. Джоффри полагает, что смерть императора и угасание драконьих огней является к этому ключом. Я не всегда был священником. В юности я следовал другому пути. Я знаю больше, чем хотел бы знать о притягательной силе дейдрической магии. Давай закончим этот разговор. Не волнуйся за меня, друг мой. Я знаю, что здесь я в надежных руках. Сэр! Тебе удалось показать свою верность империи. Клинки будут стоять на стороне Мартина в эти тревожные дни. Эта честь должна быть предоставлена и тебе. Как грандмастер клинков, я буду рад принять тебя в наш орден. Ты вступишь в наши ряды? Это честь для меня.
приветствовать тебя в наших рядах в качестве брата рыцаря клинков. Эта крепость хорошо обеспечена оружием и доспехами. Ты можешь взять все, что тебе нужно, в арсенале в восточном крыле. Этот храм был построен Акавирской драконьей стражей Ремана Сиродила во времена основания Второй империи. С тех пор он служил клинкам штаб-квартирой, крепостью и убежищем. Здесь мы сможем защищать Мартина до тех пор, пока ты не вернешь амулет королей. Это верно. Мы должны попытаться вернуть амулет, пока враг не унес его в какое-нибудь место вне пределов нашей досягаемости. Тебе нужно вернуться в имперский город. Возможно, Баурус что-то разузнал об ассасинах. Ты найдешь Бауруса в пансионе Лютера Брода, что в эльфийских садах имперского города. Амулет королей теперь ключ ко всему. Когда мы вернем его, Мартин сможет с его помощью зажечь драконьи огни в храме Единого и восстановить барьеры между Обливионом и нашим миром. Передай мои наилучшие пожелания Баурусу. Скажи ему, что он не должен винить себя за смерть императора. Он правильно сделал, что послал тебя ко мне.